Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая вышла из фракции и партии «Слуга народа». Недавно ее пытались лишить должности заместителя председателя комитета по вопросам нацбезопасности и обороны. И, похоже, именно это послужило причиной выхода из партии. Слабая партия и фракции в войне мне не нужна. Продолжу поддерживать инициативы президента, но не хочу иметь общие обязательства с нардепами фракции, которые вонзают нож в спину. 35-летняя депутатка стала известна широким массам месяц назад, после того, как призвала главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку. Командующий ВСУ не смог предоставить план замысла на 2024 год. Если военное руководство не может предоставить никакого замысла на 2024 год, а все их предложения по мобилизации сводятся к тому, что нужно больше людей без предложений изменений в системе ВСУ, то такое руководство должно уйти. Написала депутатка у Фейсбуке. Затем Безуглая запостила мем, где Залужный просит помощника сделать план генерального наступления с помощью бумажных солдатиков. Правда, украинское общество ответило депутату кучей мемов, в которых высмеяло ее атаки на Залужного и желание депутата с медицинским образованием фактически руководить кадровой политикой ВСУ. Это показало, что даже во время неудачного контрнаступления украинское общество доверяет Залужному и не воспринимает неконструктивные критики главнокомандующего. Хотя, несомненно, некоторые слова Безуглой отзываются в сердцах украинцев. Она призывает к изменениям в системе построения и управления вооруженными силами Украины, без которых страну ждет беда. ВСУ превратятся в конвейер по утилизации граждан для поддержания статус-кво на фронте. Без пересмотра сектора нацбезопасности и обороны установление реального контроля коррупция в ВСУ выйдет на первое место. Держим вас в курсе событий.